Йоу, друзья, всем привет, это игра Creativers, мы продолжаем развиваться, и я рад, что вам понравился мой домик, он хоть и такой простецкий на первый взгляд, но я вложил в него много усилий, и вам понравилось, это очень круто. Продолжаем играть, и я немножко пособирал ресурсов, во-первых, чтобы скрафтить некоторые предметы. Давайте скрафтим, где же эта штуковина-то? Нет, значит она вот здесь вот, вот, нет, не то, сейчас найду, так. Стоп, ну хорош. Так, вот давайте вот эту вот штуковину скрафтим. Мне интересно, что это такое. Какой-то тейминг чего-то, колор какой-то, да, то есть. Раз, потом. Вот, вот эту вот штуку нужно. Для этого stone rod нужно сделать. Так. Ой. И типа Чё за колокольчик? То есть, смотрите, он... Неужели это фонарь? Нет, хотя зачем фонарь, если у нас и так есть фонарь? А может быть это какой-то... Так, это он... у меня здесь уголь добывался. Это мы заберем, так, это мы тоже заберем, конечно же. Но, честно говоря, я не понимаю, что это за фигня. Надо, наверное, почитать описание. А, made use time creatures. В общем, нужно почитать описание. Но, ребят, для начала я бы хотел все-таки... Стоп, какого начала? Для продолжения я бы хотел вас попросить... Поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. В конце, конечно же, в конце, когда вы досмотрите. Ух ты, еще. Давайте здесь поставим. Когда вы, конечно же, только досмотрите, только тогда ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Потому что, ну, хотелось бы, чтобы вы оценили его прям, ну, как вы считаете, правильно. Так что лайк — это всего лишь одно нажатие. Так, ребят, этот колокольчик, оказывается, это вещь, которой мы можем приручить каких-то монстров. И я так понял с перевода, потому что переводил с американского вики через переводчик, что любого монстрика можем приручить, наверное, с каким-то шансом. То есть не всегда это получается, поэтому давайте это сделаем, да? То есть давайте это сделаем, попытаемся. Сейчас мы кого-нибудь найдем, значит... А, вот... Блин, ну что-то какая... Да давай... Нет, ну хотя нет. Не агрессивный. Я бы что-нибудь более такое... Более агрессивное хотел бы найти. Хотя... Ну или хотя бы просто... Вот, вот, давайте вот этого, вот. А. А, за ним... Ага, смотрите, прикольно как. Ого. Ого. Так, статус. Кушать хочет, да? Вот это можно ему дать? Нет. О, такой типа кушает, и все у него отлично, да? То есть... Ням-ням-ням. Так, а вот это что такое за стрелка? Непонятно, это... Что-то тоже не... Stay, follow... Типа, ну, то есть он за мной будет бегать, да? То есть... То есть у меня теперь есть свой пет. Прикольно. Очень прикольно. Только у меня вот вопрос, типа, насколько он далеко за мной может бегать. И вот я нажал ему follow, а он что-то как-то, знаете ли, я не скажу, что прям... Ну-ка, пойдем. Пойдем, мы тебя сейчас домой к тебе приведем. Он там краб бегает. Забавно, на самом деле, забавно, прикольненько, но... Типа написано, что эти монстрики могут мне, ну, в зависимости от того, что за монстр, они могут мне приносить каким-то образом ресурсы. Так, а вот если я, допустим, еще захочу сейчас на него пошаманить, нет, уже не получается. То есть он уже все, он уже мой. Так, вот единственное, что здесь, типа, он нормально, здесь теперь вот нужно как-то получить этот лайк, что-то туда тоже положить, какую-то штуковину, непонятно что. А давайте попробуем. Ну, давайте... Не знаю, вот это. Нет, не получается. Вот это вот тоже не получается. Вот это вот. Нет. Вот это вот тоже не... Ну, что-то непонятно. Там какой-то куст или что-то такое. Ну ладно, давайте его приведем сейчас домой, затащим и...
Воу-воу-воу. Вот это, ребята, пещера. Вот это я понимаю. Надеюсь, ты не упадешь. Вот я здесь песок копал. Так. А ты можешь как-нибудь быстрее бегать? Потому что когда ты начинаешь драться, вот ты тогда бегаешь очень-очень круто на самом деле. Так, давайте вот здесь сейчас откроем и приведем нашего... А интересно, его назвать можно? Сейчас посмотрим, давайте. Иди сюда, иди, заходи ко мне в дом. Так, ну сюда давай, иди. Ну, отсюда. Отлично. Ну-ка, вот здесь вот давай-ка. Стой. Стой и... Да, его можно назвать и назовем его... Не знаю, Пузан давайте его... Нет, а можно на русском? Да, есть, можно, не знаю. Панк. У него такой хайр, вот это, панк прям... Отлично, стоп. Еще раз хочу, панк. Панк, есть. Так, есть, он назван. Все, он здесь стоит. Теперь, нет, стоп, он всегда будет здесь стоять. Нет, давайте ему сделаем, чтобы он гулял. А то как-то, что он стоит и все, это неинтересно. И здесь мне скрафтились вот эти штучки. Так, я ж тебе, да, все, можешь гулять. Все, отлично. Эти штучки скрафтились, так. И мне, смотрите, где этот предмет сейчас? Где-то вот здесь вот, в фермерстве? Нет, не в фермерстве, где-то здесь. Да, вот это. О, какая-то штуковина, да, технологии. Все дела, то есть смотрите, здесь рычаг какой-то у нас появился. Сразу возможность крафта рычага. И я так понимаю, это что-то типа редстоун сигнал. Видите, здесь какие-то кнопки, что-то, намберпад, то есть код какой-то здесь. Фан, это что-то, да, блок. Ну, вы понимаете, да? Ага. А, вот, переключаем инструменты, и теперь мы джик-джик-джик, типа, можем на что-то настать. Типа, show, hide, show, hide. Клик, старт. Нет. Так, понятно, окей. То есть мы можем с собой носить инструменты, можем их... вообще снимать. Окей. Вот то, что снимать можно, это хорошо, потому что немножко мешается. Так, кстати, вот с этими катками, ну, понятно, да, то есть тут видно, что это декоративный все-таки предмет, но сказали, что можно будет скрафтить вот как раз-таки вот здесь вот эту вот штуковину, и тогда я смогу выращивать. То есть это как в Майнкрафте, можно сказать, грядочки. Ну, то есть это получается у нас тяпка, да? А здесь у нас даже вот поливочный какой-то шланг есть. И еще какая-то cooking station. Вообще для этого нужно нам добывать, конечно, медь. Ой, не медь, а обсидиан. То есть нужно где-то найти обсидиан. Чем, наверное, мы сейчас и займемся. Попытаемся найти обсидиан. Кстати, еще мне То есть он залез на кресло и спит. Ну, нормально, нормально, чувак. Нормально. И, кстати, вот... Еще такой момент. Это я уже сам понял. Кстати, вот это я уже сам понял. Хотя нет, у меня же стоит она. Давайте я вам покажу вот так. Вот этот вот коврик, как я думал, он типа дорого крафтится, но типа для чего он нужен? Смотрите, на него можно нажать. И, допустим, выкладываем. Это как основной ингредиент. Допустим, вот тут вот так вот. Так вот, вот так вот, ну, вот так вот, и вот так вот. И вот такая вот хрень получается. Можно типа такой вот пано, что ли, или... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Какая-то вот такая вот... Как сказать? Ну... Выложить какой-то рисунок материалами. Вот так вот получается. Так, надеюсь... Давайте я, знаете, что сделаю? Я вот сюда вот положу пока вот эти предметы. Пока ими не буду пользоваться, потому что... Ну, фиг его знает вообще ни для чего, честно говоря. И поэтому... А пока что я не буду им пользоваться. Так, сюда мы давайте... Непонятно, вот что сложить. Давайте вот сюда вот сложим это. Вот это сложим слаб. Нет, хотя с собой возьмем, потому что мне нужно будет добывать. И пойдемте. Так как вот эта вот пещера... Она, конечно, при... Ох ты ж, я перепугался. Давайте его возьмем. А давай, ну-ка иди сюда. Давай, давай. Давай. Давай! Я сразу могу сказать, что я убивал их уже. И с них вот падают вот эти глаза и грибочки. Это довольно-таки неплохо. Блин, ну я перепугался, честно говоря. То есть здесь по-любому они появляются. Это, ну, честно говоря, пугает.
Там опять краб этот ползает. Так, что-то я еще хотел сделать, и я вспомнил. А, да-да-да-да-да-да-да-да, сейчас. Эксплозив бомб. Давайте ее скрафтим, попробуем. Так, этой бомбы я пока не могу скрафтить. Хотя тут стоун рот всего лишь, блю цветок и... А, ну, наверное, это бомба освещения. Вот что-то такое. Так, окей. И где-то был динамит. Динамит, я хотел динамит скрафтить. Вот он. Для этого нужен лаймстоун. Лаймстоун. А, так, добывать нужно. Так, это стоун обычный. Вот лаймстоун, наверное, да? Да, вот лаймстоун. Давайте его добудем немножечко, да, то есть. Интересно, я как-нибудь смогу здесь на пещеру нарваться или что-нибудь типа такого? Хотелось бы, на самом деле, именно где-то здесь на пещеру нарваться, чтобы, ну, не ходить в дополнительные пещеры, потому что, посмотрите, вот здесь, допустим, такой великолепный спуск в шахту, да, то есть прям вообще, я бы сказал, потрясающий. Так, наверное, сейчас уже достаточно, чтобы скрафтить, да. Так, есть 4 динамита, и сразу, смотрите, я могу вот такое 30-е у меня открывается, более мощный. И еще что-то я хотел... А, и еще по совету, вашему совету, мне... Сказали крафтить вот такие coal torch. Да, это дороже уголь, но вся фишка в том, что он освещает намного больше. И у меня открылся новый рецепт, рецепт освещения, вот. И это, я так понимаю, вообще мощная просто какая-то штука по поводу освещения. Так что давайте попробуем вот здесь вот поработать динамитом. Я думаю, будет многим интересно, как это вообще все работает. Так что мне тоже будет интересно посмотреть. Так, давайте мы вот здесь вот так. Так. И здесь смотрим, где у нас динамит. Так, и вот эта вот бомбочка. Так, как она работает? Понятно. Тинти Кэнон. А, то есть я типа... Я не могу в... Понятно, в клейме. Угу. То есть мне нужно здесь... Он клейм. Ей, да. Все, время пошло. Вот это, ребята. Вот это вот сила. То есть... Вот это только единственный, конечно, минус, да, то есть я думал, он будет, если бы он добывал нам ресурсы, то это было бы, конечно, эпик. А так как он не добывает, и смотрите, даже, ну вот, я так понимаю, уголь все это уничтожает, к сожалению, да, то, ну, не очень. Хотя вот мне сразу возникает вопрос, а другие какие-нибудь, допустим, ну, там, ну, не знаю, там... Другие какие-то устройства по взрывам, они, интересно, как вот будут взаимодействовать, да, то есть... Так, давайте, конечно же, майн, так, сюда, и... Давай, на полную! Ей, отлично! Так, здесь можно вот так вот прям сделать, вот так вот. Кстати, там, по-моему, такое ощущение, что там внизу тоже было... А, нет. Эх, жалко. Ну ладно. Так, вау. Это что за блок? Как видите, асфальт. Я могу крафтить какой-то асфальт. Угу. Я могу новый... Так, давайте посмотрим. Кстати, картину. Картину надо было сделать. Хотя я ее могу и прямо сейчас сделать. И новый рецепт арктической. Да, Arc Pictures. Типа, новые картины. Хм, прикольно. Так, новые блоки. Где? Алло. А, вот он. Да, реально какой-то асфальт. Ну, асфальт, да, я так понимаю. Интересно, наверное, может быть, по нему можно быстрее бегать. Так, давайте я соберу. А, ну все, уже почти готово. Все, готово, отлично. Ну-ка, динамит, давай-ка. Вот шахты делать, да, ребят?
Магнетит. Ребят, какой-то новый ресурс я нашел. Магнетит. Но, как видите, он... Во-первых, его не очень много. Это раз. Как-то я вот вижу, смотрите. То есть, это да. И что-то я вот вроде бы его собрал, но не увидел, чтобы новые какие-то рецепты появились. Так, давайте посмотрим. Может быть, я еще динамит могу скрафтить, чтобы пробраться еще ниже. Так, для этого лаймстоун нужен и ганпоудер. Так, для ганпоудера понятно, что лаймстоун тоже понятно. Скоро вернусь. Ребят, быстренько скажу, я пока крафтил динамит, вот скрафтил картину же, да, поставил ее, и очень интересно, смотрите. То есть, вот сейчас какая картина, и посмотрите, здесь загрузились всякие скрины, которые я могу установить. Очень круто, по-моему, идея вообще потрясающая по поводу вот таких картинок. Хоть они какие-то фиксированные, да, а возможно, можно еще дополнительные загружать. Но все равно, ребят, это очень круто смотрится. Так, давайте попытаемся вглубь. Я зачем-то прямо начал, копать. Давайте-ка мы покопаем вглубь, потому что, собственно, почему бы нет? И вот здесь вот сразу мы находим более-менее что-то интересное. Это, во-первых, давайте вот так вот освещение поставим. Это, во-первых, уголь. Это хорошо. Уголь. Стоп. И, по-моему, это не уголь сейчас был. Или это что? Ну-ка. А вот это как раз-таки, ребятки, обсидиан. Вот мы и обсидиан нашли. Шикарно. То есть это именно ресурс получается, да? То есть, блин. То есть его нужно искать. Блин, а это на самом деле что-то нерадостная информация. В том плане, что, ну, я думал, это какой-то не ресурс. Потому что я привык в других играх. Ну, в Майнкрафте, ладно, окей, в других играх. В Майнкрафте это не ресурс, как, который добывать нужно. Это просто материал, который нужно... Ну, так сказать, в нужном количестве можно добыть сколько угодно. А здесь придется искать. И придется искать, похоже, не слабое количество. Черт, мне везет или что? Серьезно. Просто раз и еще. Еще одна жила. Шикарно на самом деле. И притом не маленькая. Офигеть. Тут прям потихонечку можно так вот опускаться. Хоть мне и... Так сказать, некуда торопиться. Можно просто собрать обсидиан и посмотреть, сколько его получится. Ну, наверное, скорее всего, получится также 6 штук, да. Но собирать получается по времени 4 минуты. То есть какие-то алмазы или еще что-нибудь. Я даже, честно говоря, не представляю, сколько они там будут собираться. Серьезно. Но с динамитом намного удобнее, конечно, вот прокапывать какие-то такие здоровенные туннели. И, в принципе, давайте я добуду все материалы и потом к вам вернусь. Так, я возвращаюсь, и, ребята, думал, будут проблемы с поиском, да, то есть с поиском материалов. Но вот посмотрите, изначально, где я нашел, вот здесь вот, да, то есть давайте все соберем. Соберем. И пока здесь добывалось, я решил, ну, просто покопать камень, думаю, там, ну. И смотрите, сначала вот сюда вот нарвался, оп. Потом чуть ниже копнул, и здесь просто залежи такого огромного количества, что у меня шахты кончились. То есть у меня, ну, кончились вот эти устройства для копания. То есть, ребята, я немножко в шоке был, потому что, ну, как-то куда так много-то, типа. Давайте так. Здесь еще поставим. Мне прям даже интересно, где-нибудь сейчас еще здесь будет, потому что... Прям вот в округе очень большого количества. Так, может быть, сейчас вглубь вот туда вот, наверное. Да, есть немножечко, отлично. Ну и вот это вот, похоже, все. Так, ладно, копать я пока что здесь не буду, наверное, больше. Хотя, а, все, сломался. Сломалась у меня рука, к сожалению. Но это не страшно, потому что у нас есть довольно-таки большое количество обсидиана. И давайте сделаем вот так вот и сделаем телепорт. Помните, я поставил платформу у себя дома? Это у нас, ребят, телепорт. Мы вернулись домой, как видите. Я немножко здесь еще добавил механизмов, чтобы развиваться более эффективно. И давайте попробуем скрафтить руку. Для этого нужно обсидиан. Для обсидиана нужно, наверное, да,
пережарить его сначала. О боже, 3 минуты это будет все делаться. Ну ладно, ничего. Дальше, Stone Slab. Stone Slab, давайте вот так вот. И еще закажем. Я заказал. Так, но здесь у меня стак готов. Так, окей. Red Mushrooms. А вот с этим не будет, наверное, надеюсь, проблем. Потому что, ну, грибов вон. Их довольно-таки много. Да, это именно те грибочки, которые мне нужны. Надеюсь, я их со временем смогу выращивать. То есть вот когда добуду, так сказать, обсидиановые шмотки, да, то есть. Кстати, да, у меня рука, получается, сломалась. И теперь, можно сказать, стандартная, да. То есть вот это вот что. Это как раз таки материал, который можно, которым можно покормить нашего друга, да. Но смысл вот этого я немножко не понимаю. Если вы знаете, как вот нашему дружку, так сказать, какие вещи давать, да, то есть какую еду вообще разнообразная какая есть, потом какой вот во второй слот предмет сувать, если вы знаете, то, ребят, обязательно мне напишите, я вам буду очень благодарен. Так, ну, надеюсь, там обсидиан уже хотя бы частично готов. Жалко, двери автоматически не закрываются, хотя, наверное, можно будет как раз-таки со временем это сделать, потому что вроде бы механизмы есть для этого. Так, есть обсидиан довольно-таки уже приличное количество. И лаймстоун, что-то там. Сейчас мне интересно, где, что за предмет я теперь могу делать. Так, вот. Bedrock Wall, то есть какой-то белый, видите. И Limestone Wall. Угу. Так, окей, я до сих пор кровать, понимаете, до сих пор кровать не могу сделать, потому что я не сделал еще стул. А стул я не могу сделать, потому что я Craft Wood Floor не сделал ни разу. Блин, время уже выходит. Офигеть, ребят. Craft Wood Floor, вот он. Так, и вот, посмотрите, сколько рецептов появляется. Блин, круто. Кресло. И, скорее всего, если я сделаю кресло, то да, я у меня откроется рецепт кровати. Шикарно. И рецепт стола. Тоже шикарненько. Так, и еще куча рецептов у меня появляется. Смотрите, вот такой вот кирпич. Вот видите, уже какие крутые кирпичи. Смотрите, вот такой вот черепица, да. То есть вот какой деревянный блок. Блин, потрясающие блоки уже появляются. Ну, понятное дело, это вот не вот, не вот этот вот домик, да. Ну что ж, давайте самое главное скрафтим. Наконец-таки у нас появляется новый обсидиановая, ну, новая обсидиановая вот эта рука. И, как видите, железная, да. То есть у меня уже появляется железная. Obsidian Slab я могу, наверное, крафтить. Так, давайте еще посмотрим, что я могу сделать. Ну-ка. Stone Rod, давайте мы его сделаем. Stone Rod. Хотя я сейчас, наверное, тороплюсь, потому что вроде бы у меня Stone Rod есть. Нет? Да, есть. Надо привыкать, что я складываю некоторые вещи уже. Надо к этому привыкать, а не стремиться их сразу крафтить. Так, есть у меня новый, значит, меч. И появляется железный меч. Рецепт. Это, ребятки, очень дорого. Какая-то, смотрите, кожа какого-то фирал. Что-то типа такого, непонятно. И вот этот глаз, я знаю, где он берется. У меня один он есть. Давайте скрафтим себе новую броню. И следующий уже железная броня. Ну, логично, то есть следующий материал у нас железный идет. И понятно, что мы делаем все из железа. Так, а вот этот глаз вроде бы... Такое чувство, что я его... Нет, вроде бы у меня как будто бы больше их было. Ну ладно, может быть, я что-то скрафтил. Давайте посмотрим. Нет, нет, ребят, вы что, вы что, смеетесь, что ли? Где мой обсидиановый меч? Вот он, отлично. Мне интересно, как я сейчас копать буду. Блин, я зачем-то выпил бутылку. Вот, вот это вот интересно, с какой скоростью я сейчас буду копать. Ну, допустим... Ну, честно говоря, я не скажу, чтоб я прям вот такой, знаете, прям очень-очень-очень быстро я начал копать.
Вот, вот не скажу, честно, честно говоря. Хм. Надо, в общем, будет ночью. Воу-воу-воу-воу-воу. Ночью потусить, конечно же, здесь, потому что надо будет повырезать вот этого одноглазого чувака и вырезать его глаз, чтобы скрафтить себе нормальные шмотки, это раз. Ну и плюс вообще продолжить развитие. Я прям слышу, монстрики какие-то ругаются, да, там где-то внизу. Плюс продолжить развитие, потому что развиваться есть куда. Новые блоки, новые возможности, новые предметы и больше-больше всего. Я сегодня много вопросов задал. Надеюсь, вы в комментариях ответите на них, оцените это видео по достоинству. И всем всего, удачи и пока.